Всем привет, ребятки! Вот мы празднуем Старый Новый Год. Это у нас январь уже, 13-14. Вот вам. Всем привет! Ты загорелась? Загорелась. Вот, ребятки, пока я вам буду показывать, я расскажу миракл. В общем, такое дело. Слушайте. Меня супервайзерша терзала целый год. Я бывший Software Quality Assurance, но после 9-11 они сократили всех, и они уже не проверяют товары. Ну, я работал на предприятии этом оператором. Принты, работы принтовать, машины, которые режут, пакуют, все, шипание, все подряд. Ну, компьютеры, башка работает. Но она терзала меня установить новый shipment project, который с Нью-Йорка им всунули. Чтобы все шипалось только эти. Ну, короче говоря, и она меня заставила все это делать. Ну, я, чтобы показать свой класс, 4, 5... 6 стейшн сделал. Так суть такова, что принтер имеет дефолт в компьютере. Все документы принтуют. Они вставили маленький принтер для этого шипания. Но для этого надо через Internet Explorer, потому что там tools, подключать. И оно вот это шипание с веб-браузера шипает на маленький принтер. И, короче говоря, эти я все установил. Ну, она записала мне. А дело в том, что до этого все время, когда у нас квартальский, меня посылали на машинках там, на производственном участке работать. А она прекратила. Короче говоря, мне в этом году дали скор 3.25%. 3,25% повышения. А когда я ходил на машины, то у меня было 4,5, 4,6, 4,7, в зависимости от этого. Она всунула. Короче говоря, я теперь сказала, я больше делать не буду. Она, как это? Я ж тебе записала. Да, говорю, ты записала, а топ-менеджмент, который деньги назначает. Это же не моя работа, что я делаю. Короче говоря, я перестал это делать, ребята. 2 недели назад все остановилось, все администраторы, никто не может, звонят тому этому, тот с Нью-Йорка, там 3 часа разницы у нас, девочки работают, ого, что такое компьютер, рестарт, я не могу зайти, только зайду, он... а я говорю, да это тот с Нью-Йорка работает, чтобы поправить, короче говоря, и он не смог, и вот это сейчас... 3 стейшн работает, эти, а я говорю... Короче говоря, но что-то случилось. Я ходил прошлое воскресенье в церковь нашу, как раз выходной был. И первый раз, я помню, за сколько времени, то обычно пастор быстро молится, так, чтобы то, что после нас сразу американцы заходят. А это он спрашивал всех, молитесь. Я помолился, чтобы Господь благословил на работе. Короче говоря, приходим во вторник на работу, и эту неделю мен всех тягают в human resource и расспрашивают про нее. И сегодня я пришел в собрание, и вот она, что они поют –